Здравствуйте, с вами Васильевич. Так что решил я вот, сколько дней хочу каши, гречневой каши. Вот, гречки хочу и все, понимаете. Ну, своим способом я сейчас покажу, как Василий для себя делает. Ну, что понравится или как что. Ну, вкусовые качества нормальные должны быть. Да не должны, аналогично делаешь. Уж, как говорится, из бревна самокат делают. А также здесь будет вкусная, хорошая, питательная еда. С косточек нарезал это, срезал мясо. Оно там сальное, вся разнообразная. Как раз это самое я вот срезал, нарезал, что для каши. Вот хочу каши, гречки и все. Что-то в рационе все. Гречка. Тут исчезло. Многого сейчас не ем, охота. Ну, опять включаю в рацион. Так что вы говорите, вот это вот похудение и все. Все-таки, как тяжело вот это вот, если есть заболеваемости, снижать. В общем, вот эти рационы на одних яблочках. Далеко не уедешь, я сейчас беру, пакеты покупаю. Вот это вот яблочки, стандарт упакованы они, где крепится хвостик, вот это вот я внутри обкалываю на толщину яблока, то есть какого размера, беру зубочистку, или вот вчера я делал, брал ножик тоненький и прямо ножиком тоненьким прокалывал. И все, ставишь в микроволновку, включаешь, ну там чашечка написана, ну, а сколько чего она вот это вот разогревается с дымком чашечка, вот, на уровень. Проходит, пропекается, томится и яблочко, шкурка, самое главное, остается, я ложечку маленькую, и по шкурке там, выскребаю, там она мягкая, вся разваристая, вот, в рацион. И здесь решил, вот каши хочу, все, варились вот косточки, ну, получилось, вот такой вот бульончик слил, и буду добавлять для варки. И обжаривать вот это вот мясо, там все, оно уже... эффекта такого, охота выглядеть, чтобы поджаристый был. Я взял два небольших кусочка. И что думаете? Та-та-дам! Масло. Из-под коровки сливочного. Ну, вот такой, да даже здесь еще ходить. Вот. Я. Вот это вот все. Пойду зажаривать. Также продолжаем мы зажаривать и обжаривать. И лучку добавим. Пускай совместно она у нас обжаривается. Вот обжаривается. И я беру сверху, добавляю гречки. Гречку тоже буду обжаривать вместе.
Сейчас, начнем. Минус 5. Это самое пообжариваем. И будем доливать, как говорится, бульона. Ну, вот так влили. Влил я. Ложечки, сколько будет? Столько ее не будет. Она сейчас берет в себя. Берет в себя. Гречка. Ну все, ждем закипания. И еще мы сейчас попробуем. На вкус соли. Так, все. Ну, маленько приправы добавлю. При кипении разберемся. Ну, вот у нас получилось. Видите, такая вот напрялась кашица. Гречушка. Видите, не слипается ничего. Это зернышко к зернышку. Видите как? Сейчас я разверну вам, даже покажу. Вот, видите, как? Вот готовить надо. Готовьте. Готовьте. Сейчас я размешаю еще раз. У меня тут выключил, стояло прело. Вот. И получилась вот такая дружная, хорошая. Ну а кушать буду я. Вот у меня есть намазка. В баночке еще осталась. В общем-то, третья баночка, последняя. Я с чесночком. Мясо с чесночком. Также ну, а с чесночком вот такой с пряностями кетчуп. Так и называется, с чесноком и пряностями кетчуп. Вот. Ну, буду добавлять по надобности в охоточку. А теперь я берется, видите, вот, не сухая. Вся как одинокая, а? Вообще с подливчиком таким тонким, чтоб не слипалось. Вот. Чего у нас тут? Горячая. Горячая. Ну, горячая. Мы ее тогда вкуснота. Глубь не лезем, где горячая. Ну, вот так вот, с краев верхний ряд. Он не так горячий. Можно кушать. Вот это мясо, косточка. Добавляйте то сметану, то
то масло. Да, вот так вот. Что просит душа, то и не отказывайте. Не постоянно упираться, но там сделать, покушать раз в месяц или в неделю. В неделю не получится, хотя бы в месяц, что и нельзя. Это будет такое блаженство, такие витамины. Вон, уже скоро мешками. Эти пакеты витамины. Мы себя приучаем, печкаем, потом без них вообще трубодело. С кепчиком так вообще весело. Понимаете, ешь с удовольствием. Кажется, разжевываешь вот так, кусочки мяса. В общем, вкусно. Не слушайте никого, не это самое, что невкусно, ой, там положим. А вот попробуйте это самое, приготовьте так. Попробуйте, приготовьте. Видите, поел и аж начинает пот это. А пот чего? Потому что чесночный, ядреный, хороший, вот такой вот с пряностями там, не знаю, что еще. Скорее всего, этот самый перчик, или что тут. Ну, в общем, 100% натуральные ингредиенты. Вот. Очки надо, все, зрение посадил. Тут хватился делать, зрение вообще выбило. Все, отхвастался теперь, наверное, вот, не знаю, что белки... В глаз за более 100 метров и то попасть можно было, а сейчас не знаю. Не знаю. Ну, на этом Васильевич будет заканчивать. Спасибо, что были это время со мной. Так что дерзайте, трудитесь. Всего хорошего вам. Пока-пока.